Азербайджан – это страна с богатой историей, культурой, древняя страна, хотя как независимое государство мы очень молоды. И геополитически Азербайджан расположен на стыке Востока и Запада, тысячелетиями располагаясь на Великом Шелковом пути. На территории нашей страны смешивались различные культуры, различные цивилизации, проживали люди различные, представители различных религий. И все это веяние различных культур вы можете видеть даже в архитектуре наших городов. Но самое главное, это то, что в азербайджанском народе многие-многие года, можно сказать, столетия формировался вот этот истинный дух толерантности, терпимости, дружелюбия, восприятия другой культуры. Мы очень трепетно и с уважением бережно относимся к своим корням, к своей культуре, к своим традициям. Но мы точно так же воспринимаем культурное многообразие мира. И это залог, потому что для того, чтобы даже ценить, уметь ценить и любить свое, надо воспринимать чужое. И в данном случае не случайно, что сегодня Баку, он своеобразный центр мультикультурализма. В прошлом году по указам президента был создан Центр мультикультурализма в нашей столице. И ежегодно проводимые международные форумы, встречи по межкультурному, межцивилизационному диалогу являются подтверждением.